почему нельзя глубоко нырять сейчас? Ну, потому что отдыхать после такого дырка. Когда это пошло? Я только в тему отшел. Я сейчас отныряют, ребята. Короче, на глубине температура 7 градусов. А время нырка минута 56. Сколько? Минута 56. Зачет. Нормально, да. Минуты вышел 56. Красиво, вышел хорошо. Короче, все, что мы с тобой тренировали, то получилось. Получилось даже лучше. Спасибо тренеру. Руку получилось пожму. Лучше. Вот он, крутой зять. Натренировал меня. На озере в Янтарном. Да. Натренировали. На Балтике шуныряет 45. Да. Вот не зря наши упражнения прошли. Правильно, Паша? Не знаю, буду ли я больше нырять еще. Ну, наверное, глубже, ну, поныряем глубже. Надо сегодня работать нет. С продувкой. Да. Надо. Я тебя научу дальше делать. Продуваться. Потому что вот все уперлось в продувку. Фактически я мог еще ниже падать. Просто вопрос в том, что. Ну тут уже маусфил нужен. Все колом стало. Маусфилом. Да. Все стало колом. Молодец. Очень достойно, очень шикарно, все по плану. Причем, вот лишнего. Смотрите, дайвинг у нас. У нас все. Тюленчик. Сейчас эти тоже бойцы глубокие. Так откуда ты тюлень откуда привез? Я тебя встречал. Ты тюленя с зоопарка привез? Слушай, он сейчас. Нет, просто я не понимаю, как можно так тренировку организовать, привезти с Калининграда из зоопарка тюленя. Ну, это страховку надо посадить. Да, посадил его. Как ты его туда посадил, я не пойму, Стас. Вот так вот. Хороший, видишь, какой у меня зверь. Причем посадил на мой буй. У меня там камера GoPro, я вообще хотел съемки провести. Нормально вообще? Это как? Ром, какой нырок у тебя? Я один только сделал. Я вообще в шоке. Я тогда. Просто в шоке вот от сегодняшнего дня. От этого тренера. Молодец, поздравляю.